Нет, сейчас, подожди, давай спросим. Okay. Тогда мы, я немножко пробегусь по предыдущей лекции и начну, так сказать, это. Так, значит, сейчас, share screen, да? Да, я тебя сделал ко-хостом, ты можешь делать. Сейчас. Видно? Сейчас видно? Да, что? Да, да, все видно, да, все видно. Да. Значит, мы в прошлый раз начали говорить про то, как еврейские праздники эволюционировали со времен исхода из Египта и до Талмуда. Мы говорили, что в еврейских праздниках есть несколько аспектов. Один аспект сельскохозяйственный, другой аспект скотоводческий, и третий аспект религиозный. И немножко обсуждали про Песах, Шавуот и Суккот, как это сочетается. Ну, про праздник Песах, это понятно, вот несут пасхальную жертву, а это как бы наше скотоводческое прошлое, а вот праздник Мацот, это наше аграрное прошлое. Теперь в праздник Шавуот это, с одной стороны, жатва пшеницы, с другой стороны, это дарование Торы, а с третьей стороны, это, по-видимому, тот день, когда режут козлят, потому что именно в этот период режут козлят, и у нас в описании праздника Шавуот есть слова «не ешьте козленка в молоке его матери». Видимо, был такой языческий обычай, и поэтому так сказать, язычники вот именно варили мясо с молоком, а евреи, соответственно, так не делали, зато у нас осталось, что Шавуот это едят молочное. Кроме того, в описании пасхальных жертв в Шавуоте есть особенность, которая тоже связана с козлом, а именно в списке жертв всегда есть, приносит козла как искупительную жертву хатат. И про все праздники вот есть стандартная фраза приносить такие-то жертвы, а потом козла хатат. И вот в Шавуот слово, вот этой фразы нету. Просто приносит козла и все. Получается, что вот еще один намек на то, что как-то праздник Шавуот связан с тем днем, когда режут козлят. Это то, что мы не говорили в прошлый раз. Теперь мы обсуждали про как бы теорию праздников и про практику. Значит, теория праздников, она изложена в книгах Танаха, то есть в книгах Торы, то есть Шмот, Ваикра, Бамидбар, Дварим, есть законы по поводу праздника. А вот в Танахе описана практика. То есть в Танахе встречается описание праздников. Встречается описание Песха, Суккот и даже Шавуот. И из этого мы можем понять, как эта теория воплощалась на практике. И оказывается, что, так сказать, совсем не так, как мы думаем. То есть многое из того, что написано в Торе, во времена Танаха было как-то иначе. И, так сказать, ну, во всяком случае, у нас нет сомнения, что во времена Танаха были праздник Песах, Шавуот и Суккот. А вот по поводу остальных праздников, Шмини Ацерет, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, вообще непонятно, были они или не были. И про это мы говорили в прошлый раз про Песах, Шавуот, Суккот, Шмини Ацерет, а сегодня хочу поговорить про Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Сейчас я пролистаю, так сказать, начало сегодняшней лекции. Вот. Мы сейчас, так сказать, закончим про праздники и поговорим заодно про посты. Давайте, так сказать, посмотрим, вот, как нам видится появление праздников в свете Танаха, не в свете Торы, а
Торе написано, как нужно праздновать. А вот у пророков написано, как реально праздновать. Значит, вот, вот шкала времени. Это, так сказать, еврейская история. Вот Авраам, вот исход из Египта, вот Давид и другие важные события. Теперь возьмем... вылетело у меня. Здесь должно быть написано... Вот здесь должно быть написано Шивот, извините, вылетело. Значит, Песах, Суккот и Шивот, судя по описаниям в Танахе, они были вот со времен исхода. То есть, есть раннее описание Песаха, есть описание Песаха при выходе из Египта, есть описание Песаха во времена царя Йошияу и Хизкияу, это вот где-то здесь. Значит, у нас есть упоминание о Суккоте, есть описание Шивота во времена царя Асы, это где-то вот здесь. И отметим, что праздник Песах, Суккот и Шивот, они описаны во всех книгах Торы. Ну, в книге Берешит нет праздников, а в книгах Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дворим есть описание Песха, Суккот и Шивот. А вот с другим праздником начинается проблема. Значит, книги, праздник Шмини Ацерет, Рош Шана, Йом-Кипур, они есть только в книгах Ваикра, Бамидбар. Их нет в книге Шмот, их, что удивительно, нет в книге Дворим. Теперь, когда в Танахе мы видим какие-то упоминания об этих праздниках, за Шмини Ацерет проследить довольно просто. Значит, его надежно нет во времена Шломо. Оно появляется как-то немножко неуверенно в книге Эзры и Нехемии. И там описывается, вот мы был Шмини Ацерет и праздновали его так, как написано в книге. То есть, вроде какое-то новшество. А вот Рош Шана и Йом-Кипур мы надежно их видим только со времен Хашманеев. В Танахе, то есть вот именно в Нахе, Навим Кетувим, их нету. Это как-то коррелирует с тем, что они в половине книг Торы не присутствуют. Теперь мы могли бы сказать вот как. Ну, наверное, если это праздники поздние, то они должны быть... В поздних книгах Торы, а в ранних книгах их нет. Тут мы подходим к вопросу, а когда же писались разные, ну, скажем, не писались, когда выходили в свет разные книги Торы. Значит, идея о том, что вот Пятикнижие было дано на горе Синай, оно вызывает вопросы, потому что гора Синай – это середина книги Шмот. Все, что было после этого, так сказать, явно не могло быть дано на горе Синай, потому что, слушай, да, Моше с самого начала знал, что он не войдет в Эрец-Исраэль, трудно предположить. Поэтому, когда эти книги были записаны, так сказать, это большой вопрос. В каком порядке? Про книгу Дворим мы знаем, что это, судя по всему, та книга, которую нашел Йошияу при очистке храма, когда он чистил храм. И приводил все в порядок, когда была реформа Йошияу. Где были книги Ваикра и Бамидбара, непонятно. У меня такое впечатление, что они где-то хранились у коэнов и левитов, и широкой общественности были неизвестны. Теперь у нас есть еще один эпизод, когда Эзра читает народу книгу. Какую книгу? Так сказать, очевидно, Тору, но в этой книге неправильное описание Суккота. Ну, то есть, когда появились книги Ваикра и Бамидбар, в которых есть описание вот этих трех праздников, и которые до этого не праздновались, это, то есть, вопрос, то есть, к серьезным исследователям. Я все-таки здесь дилетант. Теперь давайте поговорим поподробнее про Рош ха-Шана. Рош ха-Шана... У нас есть, вот как мы говорили, книга Ваикра Бамидбар, его нет в книгах Шмот и Дворим, его нет в книгах царей, его нет в книге Нехемии, хотя они должны быть там. И почему они должны быть там? Вот у нас история, как царь Шломо освящает храм.
Он собрал всех израильтян месяц Итаним, он же седьмой месяц праздник. Значит, видно, что он собрал праздник, это месяц Рош Ходеш. Но он никак не называется Рош Ха-Шана. Это просто это тот Рош Ходеш, тот новомесячье, в котором есть праздник Суккот. Эзра. С первого дня седьмого месяца начали возносить сожжения. Да, видим, это действительно, так сказать, сегодня это Рош Ха-Шана, седьмой месяц Тишрей. Но он его не называет Рош Ха-Шана. Это особенный день, опять-таки. Но, судя по всему, это начало самого праздничного месяца. Вот еще раз, книга Нехемии. Тоже, первый день седьмого месяца он есть. Но мы не видим, что это нет ритуала современного Рош Ха-Шана. Да, трубят шофар. Вот любой новомесячный трубят шофар. То есть, что видно, что первый день седьмого месяца он выделенный. Потому что в этом месяце праздник Суккот, главный праздник. Но больше мы никаких ритуалов, связанных с Рош Ха-Шана, не видим. Тогда можно спросить иначе. А что такое Рош Ха-Шана? Это начало года. Так? А когда год начинается? Весной или осенью? Возьмем книгу Шемот. В книге Шемот описывается праздник Суккот, праздник урожая, праздник жатвы, первых плодов твоих и так далее. Значит, в одном месте написано, что праздновать надо на исходе года. То есть надо понимать, что Новый год где-то в районе Суккот, то есть осенью. А через несколько глав написано праздник сбора плодов при обороте года, значит, при середине года. То есть это значит, начало года весной. Так когда же? Ну, и у нас тут есть Ехескель, который совершенно все запутывает. Значит, он напишет как? На 25-м году нашего знания, в начале года, он пишет Рош Ха-Шана. Это единственное упоминание Рош Ха-Шана в Танахе. 10-й день месяца, 7-го месяца, очевидно. То есть он под Рош Ха-Шана понимает то, что мы сегодня понимаем под Йом-Кипур. Так сказать, вот... то есть, как, ничего не понятно. Теперь поговорим про Йом-Кипур. То есть никакой ясности с Рош Ха-Шана нету. То есть, смотрите, во времена Хасмонеев Рош Ха-Шана есть. Иосиф Флавий пишет о нем как о древнем празднике. То есть, для него это очевидно. И он тогда, когда надо, так сказать, первый Тишрей. Все, что до этого, покрыто мраком. Никаких, так сказать, упоминаний Рош Ха-Шана нет. Теперь мы посмотрим про Йом-Кипур. Значит, Ехескель, у него, так сказать, по нашим понятиям, путаница между Рош Ха-Шана и Йом-Кипур. Ну ладно. Йом-Кипур, он есть в книгах Ваикра Бамидбар. Его нет в книгах Шмот и Дворей. Но в книге Шмот есть что-то такое очень похожее на... Есть, по крайней мере, слово Ихапер. Вот искупит Арона. Это искупит, это Йом-Кипур. Значит, есть какая-то процедура, которую Арон делает раз в году, и которая называется Кипурим. То есть было что-то, но это какой-то храмовый ритуал, это для коэнов. Теперь книга Ваикра. Книга Ваикра говорит, что надо делать. Вот 10-й день этого месяца, день искупления. Хорошо, книга Бамидбар говорит то же самое. 10-й день 7-го месяца, искупление. Ехескель говорит, что, так сказать, тоже 10-й день этого 7-го месяца, но у него это Рош Ха-Шана. То есть у нас, кроме того, в Йом-Кипур есть древний ритуал с козлами, козел Азазель, жертва, и видно, что ритуал древний. То есть что получается? То есть самая разумная гипотеза, она такая, что Йом-Кипур – это был какой-то ритуал внутри храма, который был связан с коэнами. А вот как это, видимо, очищение храма перед праздником Суккот. То есть вот такой у него смысл. А как из этого ритуала получилось то, что сегодня, когда все евреи празднуют, а не только коэны, это, так сказать, произошло вот в тот темный период, конец персидского периода до государства Хашманеев.
Вот в этот момент сформировался настоящий Йом-Кипур. Ну, что мы еще можем сказать? Значит, в Йом-Кипур мы читаем автору. Автора из книги Шаяу. И там он говорит о дне поста. И обычно говорят, ну как же, в Танахе нет Йом-Кипур. А вот Ишаяу говорит о дне искупления. Да, действительно, он говорит. Но посмотрите, это Ишаяу, 58 глава. А мы хорошо знаем, что Ишаяу, так сказать, до 39 главы это Ишаяу бен Амоц, а после 39 главы это какой-то другой Ишаяу, это, так сказать, его называют второй Ишая. Это было, это как бы нам сегодня известно, но об этом Ибн Эзер тоже намекает. То есть комментаторам тоже было хорошо понятно, что пророчество Ишаяу после 40 главы это написал не Ишаяу бен Амоц, а какой-то другой Ишаяу, это намного позже. Это уже, так сказать, времена Хасмонейского царства. То есть там он упоминает как бы Йом-Поста, так сказать, и это очевидно Йом-Кипур. Но это, так сказать, как бы очень поздно. Теперь дальше еще, что мы можем поговорить про Йом-Кипур. Значит, в книгах царей он должен был бы быть. И вот почему. Значит, вспомним описание, как царь Шломо освящает храм. Значит, он, как мы помним, собрал весь народ в первый день 7-го месяца. Дальше он 7 дней освящает храм и 7 дней празднует Суккот. На 8-й день он отпустил народ. Мы говорили об этом куске в связи с тем, что 8-й день как раз Шмини Ацер, то есть видно, что не было Шмини Ацер при Шломо. Так? Но сейчас мы говорим по поводу, этот же отрывок анализирует смысл Йом-Кипура. Смотрите, 7 дней, вот эти 7 дней, это праздник Суккот. А эти 7 дней, это 7 дней перед праздником Суккот. Но там же это попадает на Йом-Кипур, а где же Йом-Кипур? Нету никакого Йом-Кипура. То есть он праздновал, так сказать, насквозь. Ну, Гемара, конечно, это замечает и говорит, что ради такого дела освящения храма, такое бывает как бы не каждый год, тогда Йом-Кипур временно отменили. То есть, вот так, то есть, Гемара объясняет. Ну, в общем, то есть, можно, это тирус, потому что, что же, то есть, Йом-Кипура не отменили, а заодно Шмини Ацерет отменили, вот здесь написано, 8-й день. Шмини Ацерет тоже отменили по поводу того, что хватит праздновать, то есть, пора бы перестать. Ну, так сказать, трудно это принять. Значит, теперь обратим внимание на Деврея Амим. Это намного более поздняя книга, это конец персидского периода. Она переписывает вот этот кусок, видите, тут написано «Строю Шломо», написано «Строю Шломо». То есть это тот самый текст. Значит, что Деврея Амим делают? Для них невозможно представить, что не было Шмини Ацерет. Поэтому, видите, 8-й день, вот здесь в книгах царей написано, 8-й день отпустил народ. Это 22-го числа 7-го месяца. А Деврея спокойно пишут 23-го числа 7-го месяца. То есть они, так сказать, поправляют книгу царей. Ошибся он, так сказать, не в тот день написал. То есть для Деврея Мим невозможно себе представить, что не было Шмини Ацерет. То есть они настолько невозможны, что они поправляют текст пророков книги царей. Но смотрите, здесь же Йом-Кипур тоже не хватает. Евреи мимо никакой проблемы в этом не видят. То есть по поводу Шмини Ацерет они видят проблему. А по поводу Йом-Кипура они не видят проблему. То есть они не поправляют, так сказать, описание книги царей для того, чтобы был Йом-Кипур. Так получается, что времена Деврея Мим, а именно, так сказать, это вот сейчас. Деврея Мим, это у нас где-то вот здесь. Сейчас. Это вот этот период. Не было никакого Йом-Кипура. Их совершенно не волнует, что, так сказать, Йом-Кипура в этом описании нет. То. Теперь возьмем книгу Нехемия. Книга Нехемия
Это возвращение из Вавилонского плена, причем близко к возвращению. Это как бы начало персидского периода. Значит, там, как мы помним, тоже нет никакого Йом-Кипура. Но там объяснение другое. Значит, в книге Нехемия описывается 8, вот видите, это 9 глава. В 8 главе описывается праздник Суккот. И описывается праздник Шмини-Ацер. А в 9 главе описывается что-то другое. Описывается, что 24-й день этого месяца, это 7-го месяца, 24-й день, это сразу после Шмини-Ацера. Мы читаем, мы видим, это же Йом-Кипур, это же наш Йом-Кипур. Постились, исповедовались, это вот ровно наш Йом-Кипур. Так почему-то он какое-то другое число. А где же наш Йом-Кипур, который должен быть в 10-е число этого месяца? Нету его. Ну, тут, так сказать, комментаторы говорят вот что. Это другая глава, а вот тот настоящий Йом-Кипур, он попал между 8 главой и 9 главой. Потому что в книге Нехемия описание, то есть каждая глава, она, так сказать, единое целое, а разные главы, они даже не хронологические. То есть могло оказаться, что не хватает какого-то куска между 8 и 9 главой, и там, вот именно там мог бы быть Йом-Кипур. Ну, смотрите, это как бы логическое заключение. Представьте себе, что у вас один Йом-Кипур 10 числа, а другой Йом-Кипур 24 числа. Что-то трудно себе представить. То есть, похоже, что во времена Нехемия вот наш современный как бы Йом-Кипур был, но в неправильное число. А когда он попал в правильное число, это уже, так сказать, через 200 лет во времена Хашмонеи. Тут. А теперь мы перейдем к постам. Мы поговорили про праздники, а теперь посты. Миш, секунду одну. Есть вопросы? Мы тему праздников как бы закончим. Нет, мы не закончили. Сейчас мы посмотрим на праздники немножко под другим углом. Окей. Мы как бы посмотрели на все праздники. Теперь мы посмотрим на посты. А потом мы посмотрим на посты вместе с праздниками. Вот так. Значит, красными я нарисовал те праздники, которые мы празднуем сегодня. Это календарь. Тишрей, Хешван, Кислев. А сине-черные – это посты, которые у нас сегодня. Значит, ну, вот праздники Суккот, Ханука, Тубишват, Пурим, Песах, здесь есть Песах Шини, Лаг Баомер, Шивот, Тубя. И посты, значит, это они черным. Йом Гидалья, 3-го Тишре, Йом Кипур, Асара Батавет, Танит Эстер, Пост Первенцев, 17-е Тамуза и 9-е и 10-е Ава. Так? Значит, как посты откуда взялись посты и как они соотносятся с праздниками. Давайте посмотрим во времена Захарии. Это сразу после возвращения из Вавилонского плена. Значит, тогда, как мы помним, названия, современные названия еврейских месяцев, они, собственно, вавилонские, а в Торе все названия месяцев по номерам. Поэтому я здесь пишу как бы название месяца. 7 месяц, 8 месяц, 9. Это как бы и номер, и название. Значит, вот во времена Захария был Суккот. Не исключено, что был второй Суккот, но это под вопросом. Значит, был Тубишват, был Песах Шини, так сказать, Шивот, Тубеа. И посты. Вот с постами было всего 4 поста. А, так сказать, вот что произошло. В книге Захария описано, что из так сказать, послали жители разных населенных мест спросить Захарию, вот плакать ли мне в 5-й месяц. Вот говорится про 7-й месяц, и вот Захария отвечает. В
пост 4, 5, 7, 10 месяца будет для дома Иуды радостью и сырьем и так далее. Захария, когда это перечисляет посты, он не говорит, какого числа. Он говорит, какого месяца. И мы сами должны догадаться, о чем идет речь. Теперь заметьте, Захария – это после разрушения первого храма. Про второй храм еще никто не знает. Значит, давайте посмотрим, что он имеет в виду. Значит, сначала он, здесь говорится, запрос идет по пятому месяцу и седьмому месяцу. Значит, пятый месяц – это у нас Тиша Б'Ав. Очевидно. То есть сегодня Тиша Б'Ав. Это пятый месяц. Седьмой месяц – это вопрос. Значит, сегодня у нас в седьмом месяце есть два поста. Йом-Кипур и пост Гедалья. Значит, по контексту мы понимаем, что речь идет о постах, которые связаны с разрушением храма. Потому что в чем поэнта? Вернулись изгнанники из Бавеля, уже начали построили какой-то храм. То есть, что плакать о разрушении храма, когда храм стоит? Вот они говорят, может, перестать поститься? То есть, храм тоже стоит, так? И Захарий отвечает, перестаньте. Значит, когда перестаньте? В седьмом месяце, в пятом месяце, теперь десятое и четвертое месяце. То есть, судя по всему, после седьмого месяца, кто из них связан с разрушением храма? Значит, это пост Гедалья. Он связан с разрушением храма. Теперь пост 10 месяца, это 10 Тевета, это разрушение, сейчас, это начало осады, а это разрушение стен. Значит, то, что нас сейчас интересует, какого числа эти посты? Значит, во времена Захария какого числа было очевидно, потому что он не пишет какого числа, он пишет в каком месяце. Значит, сейчас. Так, значит, когда был значит, давайте посмотрим про пятый месяц, пост пятого месяца. Мы знаем, что второй храм был разрушен Тиша Б'Ав, а после этого 9 числа и 10 числа еще продолжали, поэтому 10 числа это такой полупост. А когда был разрушен первый храм, у нас есть как бы вот два свидетельства. В книгах царей написано в пятый месяц седьмой день, это 7 ава, а в Ирмеяу пишет в пятый месяц 10 день, 10 ава. То есть первый храм был разрушен то ли 7, то ли 10. А второй как раз 9 и 10. Поэтому сегодня пост 9 ава. А когда его отмечали времена Захарии, то есть могли 7, могли 10, могли, так сказать, любое число в промежутке. Теперь пост 17 Тамуза. Это когда, это сегодня. Почему мы празднуем 17 Тамуза? Потому что стены второго храма были разрушены 17 Тамуза. Но стены первого храма, 4 месяц тому, стены первого храма были разрушены в 9 день. Видите? То есть во времена, сейчас мы возвращаемся вот сюда, значит, во времена Захария пост 4 месяца был 9 числа, пост 5 месяца 7, 10, так сказать, что-то одно из двух, а Асара Б'Тевет это как бы начало осады, так сказать, начало осады Иерусалима. И тут мы обращаем внимание, что что-то все посты попадают на 10 число. Смотрите, здесь 9, 10, здесь 9, здесь 10. Сегодня Йом-Гедалья, пост Гедалья это 3 число, поскольку Гедалья был убит в Рош-Ходеш. Но 10 числа это Йом-Кипур. Может, во времена Захария пост Гедалья отмечали все-таки 10 числа? Значит, его убили в Рош-Ходеш, но новомесячие нельзя устраивать пост, значит, нужно какое-то другое число. Какое число? Сегодня это решено сделать 3-го, так сказать, сразу после Рош-Ходеша. Но, может быть, во времена Захария это было 10 числа. Так? Сейчас. А, теперь, то есть, сейчас, что у нас получается? Во времена Захария, грубо говоря, почти все посты были 9-го, 10 числа. Так?
А праздники когда были? Смотрите, Суккот у нас какого числа? 15-го. Суккот Шини тоже 15-го. Ту Бешват, ту это 15. Песах 15-го, Песах Шини тоже 15-го. Ту Беав тоже 15-го. У нас все праздники в новолуние, кроме Шивота. Шивот, он в начале месяца. Но, то есть, видите, все остальные праздники во времена Захария, они в полнолуние, и только вот Шивот выделяется. Ну, с Шивотом мы знаем эту проблему. Значит, как узнать, когда его празднуют? Нужно отчитать 50 дней от... Вот тут начинается вопрос. То ли от первого дня Песха, то ли от субботы Песха, то ли от последнего дня Песха. В общем, короче, у караимов и у исеев Шивот попадает тоже на середину месяца. Они, если отчитывать от конца Песха, он попадет ближе к полнолунию. И это очень логично, потому что у нас лунный календарь. Значит, луна видна, если она есть, она видна почти всегда. А если ты посмотришь на Луну, то ты сразу поймешь, какое число. Мы, так сказать, городские жители, это, может быть, не очень хорошо чувствуем, но я уже научился, вот посмотришь на Луну, ты можешь определить дату лунного месяца с точностью до там, 2-3 дней. А я думаю, что, так сказать, пастухи во времена Захария могли с точностью до 1 дня. Поэтому праздник не было как-то, тоже не рассчитано на государство, тоже рассчитано на такую децентрализованную жизнь. И не было же службы календаря. Как узнать число? Смотрел на Луну, вот знаешь число. Поэтому все праздники, это важные даты, праздники, они все, так сказать, в середине месяца, 15 числа. А посты, получается, 10 числа. То есть где-то за неделю до праздника. Значит, это гипотеза, что все праздники в середине месяца, все древние праздники, а все посты где-то за неделю до праздника. Значит, давайте вспомним еще про два праздника. У нас есть Таанит Эстер и у нас есть пост первенца. Пурим, как мы знаем, тоже 15 числа, полнолуние, это поздний очень праздник. А откуда Таанит Эстер взялся? Таанит Эстер, вот, сейчас посмотрим. Вот у нас в книге Эстер написано, что Эстер говорит, поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня. Потом в конце книги Эстер написано, что она послала письма ко всем евреям, чтобы соблюдали Пурим. И, так сказать, как установить для себя в отношении поста и молитвы. Значит, неправильное понимание, что вот этот пост, это вот этот пост. Это неправильно. Это, так сказать, комментаторы все говорят, что пост и молитва – это то, что написано в Торе. А Таанит Эстера здесь нет. Теперь Таанит Эстер, честно говоря, впервые упоминание о нем появляется у Гаоним, это 9 век, а во времена, так сказать, Танаха, так сказать, он не упоминается. Но давайте представим себе, что он, если бы он был во времена Танаха или не был во времена Танаха, непонятно. Но когда он мог бы быть? Значит, сегодня это 13-й Адара. Но времена, так сказать, хасмонейского государства, по крайней мере, пост-эстер не мог быть 13-го Адара, потому что это был праздник. А должен быть другой день. У нас есть Могила, которая говорит, Мишна в трактате Могила, когда читают Могилат Эстер. 11, 12, 13, там, 14. Это читают фермеры, которые, а не городские жители, у которых нет другого возможности собраться и так далее. Но если читают Могилу, начиная с 11 числа, если у них и был пост, он был раньше, то есть 10. Получается, что и смотрите, что это Таанит Эстер, не исключено, если он и был в времена, так сказать, Хасмонеев, то он тоже был 10 числа. Пост первенцев у нас, я не знаю его происхождения, он до Песаха. То есть он не 10 числа, он, соответственно, 14. Вот это единственное. Сейчас, вот посмотрим. Теперь, что у нас получается? Значит, у нас вырисовывается система 1-10-15. То есть, в смысле, календарная система. Тройка, семерка, туз.
Значит, вот посмотрим. Месяц Нисан. Первое Нисана, начало года, Ходеш Азе Рош Ходешем, это как бы важное число. Значит, что было 10-го Нисана? Евреи готовили пасхальную жертву, переходили через Иордан, тоже важное число. Это не пост, но число важное. 15-го Нисана, праздник Песа. Возьмем месяц Тишрей. Первого Тишрей – это начало года, Рош Хашана, все как большой день. 10-го Тишрей – это пост, Йом-Кипур. 15-го, извиняюсь, здесь должен быть Тишрей. Это праздник Суккот. Так, теперь месяц Ав. Первое Ава – это сегодня, это начало периода траура. 9-го, 10-го числа у нас пост. А 15-го – праздник Тубышват. Ну, и для полноты картины мы можем представить себе месяц Адар. Значит, 1-го Адара прибавляется радость, 10-го Адара не исключено, что это был Танит Эстер, и 15-го Адара праздник Пурим. То есть, видите, мы еще раз как бы видим, значит, Рош Ходеш, первое число, важный день, 15-е число, большой праздник. Смотрите, вот на этой диаграмме у нас задействованы почти все полнолуния. Это начало месяца, а это середина месяца. Почти все полнолуния задействованы. Почти в каждой полнолунии есть праздник. А посты попадают за неделю до праздника. Теперь, откуда это могло быть? Теперь уже чистая спекуляция. То есть, то, что праздник полнолуния, это мы хорошо понимаем, потому что это очень выделенный день. Его легко определить. И легко синхронизировать. А откуда 10 число месяца – это пост? Почему столько постов попадает на 10 число месяца? Ну, 9-е, 10-е. Вот это уже чистая даже спекуляция, что это воспоминание об египетском рабстве. Где еще у нас 10 число выделено? Можем вспомнить календарь. Значит, еврейский календарь у нас 4 сезона. Весна, осень, зима и лето, 12 месяцев, месяц 4 недели, по 7 дней. 4 сезона, 4 недели. А у египтян было не так. У них было 3 сезона, тоже 12 месяцев, но 3 недели по 10 дней. У них были не недели, а декады. И конец недели – это выходной день, там рынок и так далее. И получается, что наши посты каким-то образом напоминают Сохшаво у египтян. Это, так сказать, просто наблюдение, никаких, ничего другого сказать не могу. Но это перекликается вот еще с чем. Давайте вообще вспомним, а что евреи вынесли из Египта? Из Вавилона евреи много чего вынесли, включая календарь, название месяцев, так сказать. А из Египта что вынесли? Неужели тфилин? То есть считается, что тфилин как-то очень напоминает змей, вот фараон рисует со змеями вокруг головы, и вот тфилин вроде похож на это. Ну, золотой телец – это, по-видимому, наследие Египта, потому что они поклонялись этому тельцу Апису, и не зря в Северном царстве установили двух тельцов, и когда речь идет об идолопоклонстве, как-то про тельцов мало говорят. Говорят про баалов, а не про тельцов. То есть считается, что золотой телец – это как бы уродливая форма поклонения тому же Всевышнему, что и у нас. Мы можем вспомнить, что есть имена египетские. Моисей, например, говорим Моше, Моше от слова как бы вытащенный из воды, но если мы вспомним имена всех египетских фараонов, тут Мос, Рамсес, вот это окончание Мос, Мсес, это же Моше. Это, так сказать, как бы ровно то же самое. И вот тут мы можем вспомнить, что, может быть, какой-то кусок из календаря мы все-таки, так сказать, в них взяли. То есть это посты 9-10 числа месяца, это не исключено, что это какая-то слабая память о Египте.
Значит, в этой связи уже мы можем принять такую схему. Вот было Северное царство и Южное царство. И в одном из них про Египет помнили больше, а в другом меньше. Ну, не знаю, что на это сказать, но видно, что у них отношение к Египту, оно разное. Например, вот мы читаем Южное царство, это Иудея, вот мы читаем книгу Деврея-Амим. Она написана после возвращения из Вавилонского плена, и она отражает взгляд на еврейскую историю с точки зрения тех, кто вернулся из Бавеля, то есть это наследие Южного царства. Потому что Деврея-Амим, выход из Египта вообще практически не упоминается. То есть, когда мы читаем начало этой книги, у нас такое впечатление, что евреи – это коренные жители земли обетованной. А где-то там, в середине, в одной фразе упоминается выход из Египта, это когда Моше освящает храм, он говорит, а вот освятили храм, ковчег Завета, а это тот самый ковчег Завета, который Моисей вынес из Египта. Вот, собственно, все, что там говорится про выход из Египта. Так. В Северном царстве, по-видимому, про выход из Египта помнили намного более серьезно. Поэтому в книгах Шмуэля и книгах Шофтим про выход из Египта совершенно не замалчивается. Книга Деврея-Амим, которая отражает точку зрения Южного царства, выход из Египта замалчивается напрочь. С другой стороны, возьмем начало гражданского года. Значит, это год, когда начинается царствование царей. В Южном царстве в Иудее это был первый Тишрей. Это год для... Вот отсюда идет, собственно, то, что у нас сейчас Рош ха-Шана. Но в Северном царстве это было первого Нисана, как это, собственно, логично и есть. Если Нисан первый месяц, так и Рош ха-Шана должен быть первый месяц. Рош ха-Шана в том смысле, что годы царей отсчитывали. В Северном царстве годы царей отсчитывали от первого Нисана, а в Южном от первого Тишрея. Теперь вот это вавилонская система, а вот это египетская система. То есть, как так получилось, я, так сказать, бог понимаю. Получается, что в Египте Новый год считался с осени, а в Вавилоне с весны. То есть, каким-то образом традиции Южного и Северного царства они немножко перемешали. Они взяли какие-то разные аспекты от выхода из Египта. От египетских традиций. Ну, неважно. Это мы обсуждали, почему посты 9-10 числа. Мы вернемся назад. Значит, таким образом, что мы видим? Что сейчас. А вот. Это то, что мы празднуем сегодня. Значит, древние праздники, они почти все в полнолуние. Ханука, она не в полнолуние, но это исторический праздник. Значит, что у нас тут еще есть? Тубышвар – полнолуние, Пурим – полнолуние, Песах – полнолуние. Шивот – это не полнолуние, но Шивот мы знаем, когда празднуем, потому что 50 дней от Песаха. У нас есть еще Песах Шини – это полнолуние, а есть еще Лаг Баомер. Значит, откуда взялся Лаг Баомер? Значит, его, опять-таки, в Танахе нету, но это, судя по всему, праздник стрижки овец. Значит, это какое-то наше скотоводческое прошлое. А именно, что овец надо стричь раз в году. Их стригут тогда, когда кончается зима, вот в тот переход между зимой и летом. Их стригут, грубо говоря, тогда, когда мы меняем, когда мы в стране Израиля меняем зимнюю одежду на летнюю. Там в чем проблема? Значит, если овец не постричь, они летом сопреют. А если их постричь слишком рано, слишком поздно, то к началу холодов они замерзнут. Поэтому их стричь надо очень точно. В тот момент, вот когда
переход с летней на зимнюю одежду, с зимней на летнюю одежду. Значит, это происходит в Песах, это рано, в Шавот это поздно. Это где-то между Песхом и Шавотом. Теперь, почему Лаг Баомер? То есть это как бы Хаг Агез. Этот праздник упоминается в Танахе. Это мы помним, что история Авшалома, и Авшалом приглашает своего полубрата Амнона на праздник стрижки овец. Хаг Агез. Почему Лаг Баомер это Хаг Агез? Он именно вот в этот момент, когда стригут овцы, и забавно, у нас же есть обряд халаке, то есть маленьких трехлетних мальчиков впервые стригут Лаг Баомер. Это, по-видимому, вот воспоминание о том, что вот в этот день стригут овец. Значит, вот это праздник, который не в полнолуние. Все, а вот посты. Значит, сейчас посты разбросаны по воспоминаниям от второго храма. Но на первого храма они все были близко к 10 числу месяца, за неделю до праздника. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо за внимание. Теперь вопросы. Господа и дамы, есть вопросы? Хорошо, пока народ думает, у меня есть вопрос. Вопрос глобальный, не технический. Сейчас, подожди. Да. Я уберу шею, а стоп шею. Окей. И... Смотри, вот у меня лично создается такое впечатление, да, я сейчас не вхожу как бы в твою логику. Она звучит как бы макубаль, она как бы принимается сехелем. Разума. Вопрос, а что мы из этого учим? Что это меняет как бы в нашем отношении к праздникам? Например, когда ты объясняешь Йом-Кипур, да? Что Йом-Кипур появился вследствие того-то и того-то, форма его ритуала, соблюдения, она изменялась в соответствии с этим и с этим и с этим. Окей, беседа, но как каким образом это меняет или, ну, изменяет наше отношение к вообще к важности Йом-Кипура, Алахот Йом-Кипур? Что это для нас меняет? Нет, смотри, с Йом-Кипуром, то есть то, что я пытался донести, это вот что. Значит, ритуалы Йом-Кипура, судя по всему, не менялись. Он просто переезжал с одного числа на другое. Угу. Сегодня... То есть, в смысле Аллахот это ничего не меняет. Это как бы не в том смысле, что Аллахот установлен раз навсегда, и поэтому не надо их менять. Нет. От того, что мы поняли, что эти праздники эволюционировали к тому, что они сейчас. Ну, замечательно. Эволюционировали по форме, но не по содержанию? Нет, но в какой-то момент их не было, а потом они стали. Ну... Ну хорошо, а скажем, вот та логика, которую ты применяешь, не скажем так, вот те причины, которые привели к эволюции формы проведения праздников, да, вот скажем, на время, которое мы можем охватить взглядом, да, ну более-менее современное нам время, и сколько, я не знаю, столетий назад, мы можем заметить похожие эволюции. За 2000 лет, смотри, вот со времен как бы разрушения второго храма до сегодняшнего дня я немножко читал разные книги. То, что эволюционировало, это суббота. Вот соблюдение субботы, оно сильно эволюционировало. В плане субботних заповедей? В плане, как люди проводили субботу. Значит, там эволюция была довольно серьезная. Ну, не в том смысле, в плане, а как вообще была построена, так сказать, смотри, так сказать, 2000 лет назад люди не ходили в синагоги в субботу. Когда стали встречать царицу в субботу, это произошло, так сказать, последние 2000 лет. Так сказать, не в смысле, что можно делать, а что нельзя делать в субботу. Это как бы, это вроде бы не менялось. А вот как люди реально, так сказать, жили в субботу и праздновали, вот это сильно изменилось.
Мне кажется, это очень интересная тема. Вот. Это есть книга про это, я могу как бы пересказать. То есть я ее читал, но просто мне больше, знаешь как, последние 2000 лет это не Танах. Ну, понятно. Я могу рассказать, как эволюционировала суббота. Это нет проблем. Сейчас. А про заповедь я больше могу сказать. Вот то, что для меня было открытием, почему мы не едим мясного с молочным. Да. Вот из того, как возник, эволюционировал живот, я более-менее теперь понимаю. То есть никаких диетарных проблем в этом нету. Это отмежеваться от языческого обычая. Вот для чего это нужно. Это не прямое следствие из того, что написано «не вари козленка в молоке матери». Нет, это прямое следствие, но фокус вот в чем. «Не вари козленка в молоке его матери» написано один раз в связи с праздником Шубот. Вот это, так сказать, это нигде не подчеркивается. А второе, на то, что мы обращаем внимание, что праздник Шубот – это именно то время, когда режут козленка. И тогда мы понимаем эту связь. Потому что иначе мы могли бы думать, что это вредно для здоровья. Ничего подобного. Хорошо, нам кажется простой вопрос. Послушай, мы в наше время, большинство из нас, ни ты, ни я, ни большинство еврейского народа, во время Шивота сейчас не режем козлят? Да, но мы едим молочное. В чем фокус? Вот, почему мы едим молочное? Если потому что было... Причина... Нет, был языческий обычай. Судя по всему, был языческий обычай. Окей. Варить... Поскольку в этот день режут козлят, то и варят их в молоке. Значит, мы этого не делаем, но молоко-то у нас осталось. То есть мы как-то... Ну, неразумно ли, я осмелюсь сказать, но неразумно ли тогда изменить Аллаху, который не имеет никакой привязки? Это не Аллаха. Нет, сейчас. Есть молочный шивот, это не Аллаха. Это обычаи. Нет, обычаи, которые очень неубедительно объясню. Значит, откуда этот обычай берется, есть молочный в Шивот? Значит, там есть какая-то фраза в Таилим, где связывается, говорится про горы говорится Гваним, а Гваним – это Гвина, вот поэтому... Имеется в виду, что когда Ашем давал Тору, то там горы тряслись, то да сё, и вот там появляется слово «гваним». И вот это гвина, вот поэтому мы едим. А из контекста ясно, что это никакого отношения к гвина сыр не имеет, а это что-то там хребет шельгорный, или это что-то типа рехес. То есть да. Указание, связь чего-то с молочным, она откуда ее возьмешь? Окей. Ну хорошо, кто-то может в этом увидеть, что ты подрываешь основы нашей традиции. Нет, это, извините, это не основа традиции, это объяснение традиции. Или нашего... Я не говорю, что вот не надо есть молочное. Или кондитерного бизнеса, потому что в Израиле понятно, как везде, наверное, в Израиле в особенности, как бы, предлагают тебе молочное на каждом углу, понятно. Может быть, они раздувают этот миф, послушай, если взять марксизм и ленинизм, но наверняка скажут, что это основа в том. Нет, смотри, это миф, древний. Нет, этот миф древний, не надо, это не современное изобретение. Да. Ну, короче, получается такая грубая схема. Раввины заинтересованы, чтобы держать народ еврейский в узде. Они заставляют нас слепо соблюдать то, что сейчас не имеет смысла. А еврейские бизнесы, молочная кондитория, они этому способствуют, чтобы вы покупали молочные пироги. Ну, я вот, например, тоже думала, что это из-за того, чтобы не было общения такого тесного и влияния. Потому что еда, она объединяет людей, и это вот... Что? У меня в личной жизни тоже так. Раббанимы говорят так, ну, как же мы не едим мясное, потому что это праздник дарования Торы, а как есть мясное, мы узнали только после дарования Торы, поэтому лучше мясное не есть, а поэтому, а что же остается, тогда будем есть молочное. Ну, в общем, объяснение, конечно, очень натянутое, потому что связь Шивота с дарованием Торы, она исключительно натянутая. Мы про это говорили в прошлый раз, что хотя в Танахе есть указание на это, мудрецы почему-то стараются это указание не
не использовать. Твоя привязка или твоя отвязка молочного от Шивота, она такая же звучит для меня, как привязка Рава Шерки к поеданию мяса во время как бы Йом Ацмаут. Почему? Потому что он говорит, что вообще количество израильтян-евреев, евреев-израильтян, которые соблюдают заповедь, в кавычках, да, поедание шашлыка традиционно в Йом Ацмаут, гораздо больше людей, которые постятся в Йом Кипур. Из этого можно видеть, что в своем, как бы в своем большинстве народ Израиля, он очень-очень соблюдает. Откуда это идет? Ну, конечно, это жертвоприношение. Потому что народ Израиля, он помнит о жертвоприношении в храме. Поэтому Ацмаут и так дальше, храм, возрождение. Ну и понятно, что должны есть шашлыки. Ну, пасхальная жертва переехала чуть позже, да. Да, окей. Но еще есть такое объяснение, что нельзя совмещать из-за того, что мясо – это как убийство животного, а молоко – это как воровство. И совмещать два таких дела… Это Пинхас объяснял, кстати. А, ну Пинхас может, да. Но, по-моему, еще распространенное объяснение такое, что как бы народ Израиля, только что получивший Тору, вот, он с трудом как бы мог соблюдать или понимать, или выполнять разделение мясного от молочного. Потому что для того, чтобы облегчить народу как бы ситуацию, сказали, ну хорошо, не мучьтесь, есть только молочное, и все. Окей? Не, ну правильно. А отсюда мы понимаем, почему вообще надо было разделять мясное от молочного. Ну, потому что это вообще-то трудно сделать, согласитесь. Не, зачем это надо было делать? Но это же вещи, которые не объясняются до сих пор. Смотрите, тут есть тонкость. Значит, мы все знаем, что мясо с рыбой варить нельзя, потому что это вредно для здоровья. Это не только евреи, это почти никто не делает. Алахи такой нету. Все знают, что это нельзя. Все мудрецы знают, что это нельзя. Но это не алаха. Так? Потому что у этого нет никакого религиозного аспекта. Это аспект чисто диетарный. А то, что молоко нельзя есть с мясом, у этого нет диетарного аспекта. Это аспект чисто религиозный. Поэтому на этом все так закручено. Окей. А если бы это было важно для здоровья, так у нас бы была бы алаха, что нельзя варить рыбу с мясом, да еще в одной кастрюле. То есть диетарный алахот, диетарные законы, они не связаны со здоровьем, но они ему не вредят. Нет, то есть раввины, то есть это постановление раввинов тоже есть такое, чтобы не есть рыбное с мясным. Но это не на уровне алахот. Нет, а второе, что вот для меня было удивительно, когда же были написаны книги Торы, где они содержались. Вот это, вскрылось в результате, для меня это вскрылось в результате этой лекции. То есть мы, вот книга Дворим, она вот была известна, она была известна персонажем Танаха. А получается, что книги Ваикра и книга Бамидбар были неизвестны. Потому что все законы праздников, которые там есть, они не выполнялись. С третьей стороны, когда мы вспоминаем книгу Шофтим, и там Ифтах, который в своем ответе аммонитянам, типа, евреи пишут письмо аммонитскому султану, так, он правильно пересказывает события книги Бамидбар. То есть Ифтаху эта книга, ну, по крайней мере, историческая часть этой книги была известна. А галахическая часть была неизвестна. И получается, что на всем протяжении Танаха галахическая часть книги Ваикра и книги Бамидбар, она где-то за кадром. Никто ее не знает. Никто не знает, что нужно поститься 10 числа. Ну, мы понимаем, что Хискель, у него как бы все неправильно, так сказать. Все пророчества не сбываются, служба в храме описана не так, но то, что он путает Рош-Шана и Йом-Кипур, это же не в пророчестве, это же он просто сухо пишет, в какой день он, ему было видение. А что же, он не читал книгу Ваикра?
где написано, что это не Рош Шана. Вот это какая-то загадка. Ну, разве и Врубин сказал в чате, когда мы обсуждали эту тему, насчет того, что нет древних рукописей? У нас есть, он написал, Кетера Рамцева, древнейшая рукопись Торы. И всего Танаха со времен первого храма, ему около 2500 лет, написан частично рукой самого пророка Иеремии. Сейчас, 2500 лет, это уже второй храм. Со времен первого храма. Это второй храм, это не первый храм. Во втором храме, как мы видим, во втором храме уже было не так. То есть во времена Эзры и Нехемии мы уже понимаем, что, так сказать, у них там есть Суккот. Он не такой, как у нас, но все-таки он есть. То есть во времена второго храма уже это намного более близко. Все, что относится к соблюдению заповедей во времен первого храма, как именно они соблюдали заповеди во времена первого храма, получается, что, так сказать, все не так. У нас не сохранилось письменных источников. Ну, я просто вот как Натан не могу понять, какой вывод, к чему мы идем. Просто многие люди хотят... Нельзя продолжать заповедь на первый храм. Вот непрерывная... Но мы про форму говорим, дискутируем. Но форма меняться может, мне кажется. Нет, у них как бы все было не так. Как мы теперь понимаем, в первом храме... То есть, если бы мы сейчас посмотрели на то, как они там... Мы бы сказали эпикурс. Вот так скажем. То есть у них все, как бы все было как бы не так. Но не можно так сделать вывод, что заповедь есть, ну, была и у них, но они просто... Они нет, а каких-то заповедей они, видимо, не знали. Ну, а может быть, оно нет, не отражено, это, конечно, потому что они знали как раз. Ну, как строить Суккот, они не знали. Как праздновать Рош Шана, они не знали. Йом-Кипур у них, так сказать, не было вообще. Ну, что мы можем сказать? Нет, смотрите. Они в Танахе об этом говорится прямым текстом. Ишияу нашел книгу, прочел, прослезился, что они ничего этого не знали. Они не знали, как Пасх праздновать. Там это написано открытым текстом. Но это простой народ. Нет, он... как? Царь, а если бы еще и он не знал, то он бы не прослезился, может быть? Нет, он-то и не знал. Смотрите, мы понимаем, в чем дело. У нас есть сильное подозрение, что та книга, которую он нашел, ее в тот момент и написали. Так сказать, что это такой эвфемизм, что он нашел. Ее в этот момент как бы и записали. Но это, так сказать, гипотеза. А когда Эзра и Нехемия, когда Эзра читает книгу, так, мы видим, что, так сказать, эта книга незнакома. И он, мы знаем, Эзра, он как бы создал вот ту Тору, которую мы знаем сегодня. А до этого, так сказать, ничего такого не было. До этого были, ну, какая-то книга была, вот книга Дворим, но, судя по всему, книга Дворим. Ну, надо покопать, потому что, мне кажется, что-то мы не в ту сторону зашли. Отлично. Ну, смотрите, так сказать, то, что, как исполняли заповеди на первого храма, это имеет исторический интерес. Это не... Михаил, можно вопрос, да? Да. Получается, тогда во времена, я уж не говорю до первого храма, во времена и в период между первым и вторым храмом, не было Тарьяк Мицвот, да? 613 заповедей не было. Я не знаю, когда впервые стали считать заповеди. Я-то и хотел спросить, когда они выведены? Очевидно... Смотри, это все-таки времена, это времена Талмуда Мишны. Это уже начинается Мишна Гемара. Ну, то есть во времена первого храма не было 613 заповедей? Смотри, у нас так. Значит, по поводу Галахот на первого храма никто ничего не знает. Я говорю про количество. Аллахот. Не Аллахот, заповеди. Аллаха – это Аллаха, окей. Ну, о Западе. Про Западе. Во времена первого храма мы вообще ничего толком не знаем. Во времена второго храма мы кое-что знаем. Но во времена второго храма у нас есть провал от Эзры до Хашманеев. Что происходит в эти где-то 200 лет, там кроме Септуагинты ничего не происходит. И мы не знаем, что... И вот в этот момент чего-то много появилось. Потому что
Иосиф Флавий пишет про Йом-Кипур как совершенно известную вещь. А во времена Эзры он неизвестен. Вот Тарьяг Мицвот, заповеди, все это как это сказать, это, по-моему, начиная с государства Хашмонеев. А да, тут, в персидский период, это провал совершенно. Там ничего нет, ни документов, ничего. Ну, вообще, то, что вы говорите, на самом деле, как мягко сказать, подрывает основу. Для меня это просто песок. Мне интересно, что бы сказали, не знаю, ведущие рабаним по этому поводу. Ну, смотрите, так сказать, любой наблюдатель может хорошо заметить, что в книге Дворим нет Шмини Ацерет, нет Роша Шана и нет Йом-Кипур. Да нет же, нет же. Удовлетворительного ответа на это нет. Единицы знают, те, кто вот на этом уроке. Там, ну, да, знают, не нужно, это хорошо. Можно прочесть и убедиться в этом. Да, но большинство рабаним этого не знает. Знают. Нет. Да нет. Нет. Нет, рабаним книгу Дворим, я думаю, они думают, что книгу Дворим знают наизусть. Тогда тем более, как это вообще Мистадер, если они это еще знают, это вообще... Ну да, это вообще в ступор, я вхожу. Нет, ответ такой, что книга Дворим, она говорит только о Алия Регель. Вот так. А то, что в книге Шмот нету, ну, книга Шмот говорит о праздниках очень обтекаемо. То есть, действительно очень обтекаемо. То есть, не написано, когда их празднуют, ну, то есть, ничего страшного. А то, что в книге Дворим этого нет, это уже... Нет, смотрите, значит, для мудрецов главная проблема была, что пасхальная жертва в книге Дворим описывается ровно так, как нельзя делать по книге Шмот. По другим книгам. Там явное противоречие. То есть, в других книгах сказано, ни в коем случае нельзя варить, только жарить. А книга Дворим говорит, варите. Значит, внятного ответа на это тоже нет. Но, смотрите, то, что между разными книгами Тор есть противоречие, это понятно, это известно. Например, они не только в Мицвот. Например, порядок движения евреев, так сказать, от одной стоянки к другой. В книге Дворим порядок другой, чем в книге Бамидбар. Ну, удовлетворительного ответа на это нет. Ну, может, ответ есть, просто... Нет ответа, но на дате никто не ломает голову, потому что нет галактических последствий. Михаил, у меня еще один... А, Таня, пардон. Таня, давай. Таня? Нет, я просто все как бы не то, что возмущаюсь, а не могу понять, действительно, основа веры должна быть не просто ж вера. Вот я верю и все. А действительно же мы опираемся на традицию, на устную Тору, которая передана. Я тут недавно слышал, и, по-моему, Михаил говорил, вера — это то, что ты не знаешь. Понимаешь? Если ты знаешь, это уже не вера. А что это тогда? Это знание. Так это же в иудаизме принято, что... Нет, это уже не ко мне, я тебя процитировал. Нет, вера — это... Мы верим, что Тора дана на горе Синай. Значит, что именно дано на горе Синай, скорее всего, заповедь. Теперь у нас есть перед нами книги Торы. Значит, как они к нам дошли, это большой вопрос. Так сказать, и дошли ли они к нам как единый корпус или каждая по отдельности, это тоже большой вопрос. Значит, мы можем проследить назад, когда это было. И, что называется, современный Иосифа Флавия, это вроде то же самое, что и у нас. Что там было раньше, это не очень понятно, но 2000 лет вполне достаточно. Это вы про книги, а про скрижали. Что? Не про книги, а скрижали-то же были даны. Это, по-видимому, заповеди. А ковчег? Нет, так это же заповеди. По поводу заповеди проблем особенных нет. Ну, речения даны были. Правильно. Нет, я не понял, скрижали это заповеди? А, в смысле? Нет, я не понял. Я понял, да. Они же были даны физически, нет? Причем два раза. Да. Причем два раза.
Да. Что значит, что нам не было этого дано, как бы это появилось только потом? Вы имеете в виду печатную? Нет, смотрите. Значит, что мы видим про скрижали? Значит, да, Моше получил Тору. Это записано на скрижали. Значит, скрижали, они хранятся в ковчеге, в храме. Это тип как эталон. Вот сегодня мы сравним. Есть комитет стандартов, национальная лаборатория, которая держит эталон разных там, килограмма, метра там, и так далее. А у каждого, так сказать, есть свой собственный метр, килограмм и так далее. Время от времени это сверяется с эталоном. Вот, я так понимаю, заповеди то же самое. Эталон хранится в храме, а копии, так сказать, хранятся у всех. И люди живут по этим копиям, которые, по идее, время от времени должны сравниваться с эталоном. Так, а вы же говорите, что эталон, как бы, неизвестно, как он передан и сохранен, и вообще, вот этот... Нет, фраза. Эталон утерян, мы это знаем, так сказать, после разрушения первого храма нет... Ну, тогда эталона нет, получается. Ну, представьте себе, то есть я представляю себе, скажем так, вот у нас есть национальная лаборатория в Израиле, но и в России комитет стандартов. И они держат разнообразные эталоны. Вот, всего чего угодно. Там, частоты, веса, тока и так далее. Представьте себе, что эта национальная лаборатория в один момент исчезла. Мы бы это почувствовали или нет? Ну, в общем-то, не очень, потому что у нас у каждого есть свой карманный, так сказать, эталон. Поэтому от того, что скрижали исчезли, важно, чтобы было много копий. Это при условии, это потому, что... при условии, что первоначально был эталон, таки да. Но ни у христиан, ни у мусульман таких эталонов вообще речь не идет, потому что нет и не было. Или я неправильно понимаю? Не, у них был похожий процесс. Нет, процесс процессом. Процесс это уже потом институт стандартов. У них была канонизация. Чего? Они не понимают. Я в этом, вот этому я совсем плохо разбираюсь. Я как бы не христианство, не... Нет, а тут разбираться как бы все очень... Просто хочу спросить... Я плохо знаю их историю, не могу ничего сказать. Канонизация Торы была при Йохану бен Закай. А вот это, но вы же знаете, что ничего подобного типа Торы, да? Ни христиане, ни мусульмане не получали. Это-то вы должны знать. Тут спорить нет. Значит, они получили какие-то свои книги, и в какой-то момент их канонизировали. И у нас также было, у нас канонизация происходила там вот 2000 лет назад. То есть откуда взялось 24 книги Танаха? Не-не-не, пардон, какая канонизация? Канонизация... Танаха. Не-не, Танах это Танах, это книги. Я имею в виду то, что было дано на канонизацию. Когда была канонизация пяти книг Торы, это большой вопрос. Нет, я имею в виду только то, что было дано на горе Синай, Тора, 10 заповедей и все, что связано. Нет, такое впечатление, что это сделал Эзра. Вот та Тора, которую мы знаем, такое впечатление, что это со времен Эзра. Не знаю. У меня совершенно дурацкий вопрос, я не знаю. Вот у вас... Нет, сейчас. Вот если это мое впечатление. Понятно, понятно. Вот вы говорите, что вот многие факты, то, что вы говорите, это все знают. Мне интересно, вот вы в вашей синагоге, вот то, что вы сейчас говорите, скажете, вас поймут? И как бы согласятся? Да-да, это, как сказать, общеизвестный факт. В книге, нет, я говорил об этом с Равом Рапопортом. Вот про то, что в книге двоим не хватает праздника. Я имею в виду... Вот ответ такой, про Рош ха-Шана и про Йом-Кипур есть какое-то объяснение, про Шмини Ацерет нет никакого объяснения. Не, ну, я... Просто не хочу вдаваться и так далее. Большинство не знает, по-моему. Нет, просто... смотрите, сейчас. Значит, чем ходить в синагогу? Посмотрим Раши. Раши все это понимал. Так сказать, от Раши-то ничего же этого не укрылось. Значит, посмотрим, что он, какие объяснения он дает. Он дает очень как бы невероятное объяснение, но которое в принципе могло бы быть. Например,
вот во время, когда Шломо освящает храм, там не хватает шминьяцы. И причем Шломо отпускает народ, ровно шминьяцерет, и они, вроде невзирая на праздник, уходят домой. Раши говорит, а, это он только им дал формальное разрешение. Он объявил о том, что они могут уходить, а на самом деле они ушли на следующий день. Ну, так сказать, объяснение, но очень, очень натянуто, я бы так сказал. Окей, я просто еще к слову, если можно, два слова буквально. Вот вы говорите, что Раши знает и так далее. Во-первых, не все Раши тоже знают. Это, знаете, так же, как и Эйнштейна слышали многие, но спроси конкретно, о чем он говорил, 90% не ответит. Я не про это. Вот я иногда хожу на уроки, так, кстати, Хеврот и так далее, приезжают ребята молодые, раввины из Мадьин Элита. Многие вещи элементарные, базисные. Я уж не говорю, которые вы говорите. Когда я им говорю что-то, у них крыша съезжает, они об этом не слышали. Понимаете? Элементарные вещи. Это будущие раввины, и не только будущие, уже настоящие молодые ребята раввины. А вы говорите. Нет, посмотрите, я представляю себя на позиции раввина. Значит, раввин, каждое его слово, оно может быть интерпретировано как связанное с действием. Каждое его слово – это почти Аллаха. Он не может говорить двусмысленно. Я как не раввин, как наблюдатель. Я, собственно, выступаю как наблюдатель. Я говорю, вот видите, вот здесь проблема. Раввин так не может сказать. Если он будет говорить, это проблема, которую я не могу решить, то кто же услышать будет? И это же не просто так. Это понятно. Можно оставить раввинов, просто ребят, вот, так сказать, которые вишеветом учатся, которые закончили, аврехи и так далее, у которых нет смысла. Они, поэтому в вишевах не учат танаха. Окей, поэтому у них ответ один, понимаете, очень такой, очень скользкий. Во-первых, очевидно, что они об этом даже не знают, поэтому едет крыша. Во-вторых, чтобы сохранить, так сказать, мину при хорошей, так сказать, при хорошем незнании, они говорят, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, потому что ты чего-то не понял. Вот и все. Ну, смотрите, они, так сказать, для меня критерий такой. Почти все тонкие места, которые вот, мне удается заметить, Раши их заметил намного раньше. Да. То есть, если тщательно изучать Раши, то все будет в порядке. То есть, от Раши, грубо говоря, ничего не укрылось. Вот так скажем. Окей, я свой лимит исчерпал, думаю. Михаил, я все-таки вас не пойму. Вот к чему вы как бы не то что клоните, но... Да, Миша, чего ты клонишь, правда, что? Но устная Тора – это не текст, правильно? И... Нет, смотри. Нет, дайте я скажу, подождите, я хотела сказать. Традиция – это традиция, переходящая в народе Израиля с поколения в поколение. Да? И эта традиция очень древняя. И завет главный был об устной Торе, а не письменной. Моше на каком году записал это все? На 40-м? Да. То есть важна передача вот этого, то есть главная идея – это жизнь, то есть Тора – это живущая внутри народа, а для других народов в основном это письменная Тора, они на нее ну, как бы смотрят, и поэтому устная, она даже и не записывалась, вот для того, чтобы они, в принципе, как бы не могли вот эти все нюансы знать. Пришлось записать, и это было ну, не очень... полезно, с одной стороны. Поэтому, если вы как бы принимаете, что традиция, переходящая в народе, с поколения в поколение, оно передается, и все мудрецы, они как бы по цепочке вот это передают, и согласно времени Тору получают и раскрывают ее, то, соответственно, ну, нету никаких противоречий таких, что прямо вышибает. Ну, я так понимаю. То есть 40 лет Моше обучал народ устно. Письменная Тора – это больше для всех народов. Чему я клоню, что... Может, это грубо, извините. Нет, я клоню к тому, что между разрушением первого храма и Эзрой... То есть
непрерывность можно как-то проследить от Эзры, а до этого нет. А до этого с непрерывностью плохо. А как же то, что пишется в Пиркей Авот? Они так и пишут, они примерно от Эзры начинают, от Мусульманского собрания. Нет, почему? Там разве от этого? Ну, нет. Так сказать... Моше получил, и дальше по цепочке там все пере... То, что вы говорите, что вряд ли там... Значит, они передавали по цепочке, значит, сначала там идет описание конкретных людей, а потом начинается Великое Собрание. То есть, а вот коллективная передача начинается с уже Великого Собрания, а это Эзра. А до этого что же цепочка? Вы говорите, что ее нельзя проследить. Ну, такое впечатление, что цепочка, так сказать, она какая-то тонкая. Вот в результате этих всех изысканий видно, что цепочка была какая-то тонкой. Какие-то книги, так сказать, по ходу дела... Так устно передавалось. Они забывались. То есть мне как-то понятно, что книга Ваикра, она должна была храниться у Коэна. Тогда ему можно спросить, что он там 40 лет их учил, непонятно, мы не знаем, что он там им учил. Может, они неправильно выучились? Вот, нет, ходят. Все выучили. Получили 5 книг Торы, так? Но, видимо, у каждой из этих книг была своя судьба дальше. Вот, вот в чем фокус. И, кстати, там же каждое колено имело этих 5 книг. Ну, это мы не знаем. Ну, как не знаем? Там же написано в Торе, что Маше записал каждому. Имейте в виду после перехода через Иордан? Ну, передал перед тем, как умереть, он передал каждому колену, каждому руководителю колена, то есть записанную. Ну и учил 40 лет. Мы же не знаем, что они там смотрите, делали. Царь Йошияу говорит открытым текстом, что все книги потерялись. Вот это совершенно открытым текстом. Это прямо в Танахе написано. Нашли книгу и проследили. Никаких других книг не было. Мы можем посмотреть очень просто. А но устная, смотрите, устная Тора, как она могла потеряться? Это жизнь народа. Нет, смотрите, вот в этом-то весь фокус. Возьмите книгу Ваикра. Это не жизнь народа. Книга Ваикра – это книга, которая описывает, что делать в храме. Она народу не нужна, она нужна только Куаним и Левиим. И она, судя по всему, неизвестна широкому кругу. Но Куаним, они тоже народ. Они же часть народа. Это отдельная история. Михаил, пардон, если это не нужно, если жертвоприношения и так далее, почему мы каждый день должны, там, я не знаю, по часу читать, там, по полчаса, там, Курбанот? И почему мы должны это знать? В память о жертвоприношениях, нахон, чтобы этого не забывать. Да. Если это не нужно, зачем мы это читаем? Нет, я не говорю, что это не нужно. То, что у меня сложилось вот такое впечатление, что мы вообще не видим ни упоминаний ни о каких книгах между, так сказать, вот, когда евреи приходят в Эрец Исраэль, то когда впервые в Танахе появляется вообще какая-то книга? Она появляется при Ишияу. Никаких книг до этого нет. И как хранилось то, что получил Моше, это загадка. Но что тут, в чем тут фокус? Мы могли бы сказать, что книга Ваикра и книга Бамидбар, они были раньше, чем книга Дворей. И там описание праздников более полное. А книга... Сейчас. Там описание праздников... Мы бы сказали так, что в более поздней книге описание праздников более полное. У нас получается наоборот, что в более ранних книгах описание праздников более полное. Такое впечатление, что эти книги хранились где-то в другом месте. Не там, где хранилась книга Дворей. Но ведь говорится, что в Торе как бы не всегда соблюдается принцип хронологии. Эйн ришон вэйн ахарон. И нет, смотрите, то есть это по тексту, я имею в виду по написанию. То есть, какая книга написана раньше, книга Ваикра или книга Дворей?
Ну, наверное, книга «Ваикра» написана раньше. Так что книга «Дворим» описана события, которые были после. Но описание праздника в книге «Ваикра» более хорошее, чем в книге «Дворим». Не знаю, сейчас я уже и в этом даже не уверен. Не знаю, что ты думаешь, что будет. Ну, откуда мы знаем? Ну, может, и есть где-то. Надо проверить, спросить, какая книга первая, вторая. Моше записывал уже на 40-м году. Нет, проверяется это не так. Это исследователи-лингвисты проверяют по словам, по тексту, какая была лексика тогда. То есть они говорят вот как. Вот перед нами книга, вот современная книга «Ваикра», современная книга «Дворим». Кто из них написан раньше? Вот то, что мы держим в руках. Они, лингвисты, это как-то могут сказать. Ну, Рав Шельки говорит, что проблема вот в прочтении Торы это в том, что это язык пророческий, которого нет ивритского, этого пророческого языка, и мы не можем понимать до конца сути того, что там написано, хоть и на иврите, потому что нет такого языка ивритского, пророческого. Это его одна из первых лекций по книге «Берешит». Вот он рассказывал, и как читать, что мы не должны, как бы, то, что мы уже когда-то читали, читая, знать, что будет дальше, а читать, как будто мы не знаем, что будет дальше. Такой принцип методический. Наверное, правильно. И, наверное, правильно. И тоже его статья об устной Торе, и что устная Тора, живущая внутри народа Израиля, и что это жизнь. Жизнь устной Торы – это ну вот главное, о чем был заключен завет Всевышнего, это с общиной Израиля, это жизнь этого народа. А для других народов больше это письменная Тора, потому что они ее не... как народ не получали, и устная Тора у них ну, не стоит в актуале, так можно сказать. У них, как я понимаю, нет алахот. Вот это важно. У них есть священные книги, а нет всех, нет систем заповедей. Но они взяли, как бы взяли и стали на свое усмотрение ее изучать, трактовать, комментировать. И так далее, плюс политические там моменты. А вот когда Израиль начнет обучать народы, когда они придут к Израилю, то это уже по-другому будет. Откроются те же самые термины, суть их изменится. Вроде уже пришли. Ну, приходят, да. Приходят и спрашивают, потому что с помощью интернета можно понять, что много неточностей в тех переводах, которые есть у народов. Но и Израиль, как государство, говорит о исполнении пророчества. Раньше можно было сказать, нету, все, мы Израиль. Теперь этого не скажешь. Михаил, если я правильно понимаю, то письменная Тора первична, правильно, а устная вторична. И устная, как бы... Ну, хочется думать, вот так сказать. Ну, почему? Как? Что, сначала была дана устная Тора, а потом записали все на скрижалях? Сначала письменно, или даже это подвергается сомнению? Нет, сначала было... Не в этом дело. Сначала было письменно. Я просто взял книги Танаха и посмотрел. Можно посмотреть по конкордансу, скажем. Мол, вам книга читать и писать. И, в общем, довольно поучительно. Это очень интересно. Я не про это, не про морфологию, там, лексику. Нет, вообще не то. Окей, давайте говорить так. Асерет Диброд. Окей. Они письменно первично, все остальное вторично, так скажем, устная Тора. Окей. Да. Она потому и была устной и... насколько я понимаю, ее стали записывать, потому что терялась традиция.
и тем более, когда начался галут. Поэтому была просто жизненная необходимость эту традицию не просто сохранить, а передавать, иначе она бы потерялась. Насколько я понимаю, вообще известна, так сказать, теория. Сейчас, но это мы говорим про устную Тору в смысле Талмуда. Да. Нет, там... Я к тому, что письменная, она стала, так скажем, записалась. То, что было устное, именно потому, что традиция стала исчезать. Особенно, когда народ ушел в галут. Нет, сейчас, подождите, устная Тора, запись устной Торы, это прихосмонея. Это когда народ вернулся из галута. Так сказать, когда евреи вернулись... Правильно? Я тонкости не знаю в годах, но это как бы... Нет, когда евреи были в галуте, то устные Торы они не записывали. Они... Когда евреи вернулись из галута, они тоже не записывали. Они стали записывать, когда появился еврейский государство. Я понимаю, но это же не мое личное мнение. Это, так сказать, не знаю, как это сказать. Ну, Мишна это второй век до нашей эры, правильно? Что одной из причин канонизации, так скажем, и записи это явился голод, потому что традиция стала теряться из поколения в поколение. Наверное, вы имеете в виду вот что. Что была община в Вавилоне, была община, ну, так сказать, в Иерусалиме. Это уже потом. Это уже варианты Бавли, там, я знаю, Иерусалим. Это уже потом. Да. Это уже потом, намного позднее. Я имею в виду, традиция стала записываться намного раньше, потому что она стала теряться просто. Ну, смотрите, я это плохо знаю. Вот, Мишна и Талмуд, это все-таки не мое, пока не мое кредо. Я именно про Мишну и Талмуд. Насколько я знаю, все-таки самая ранняя Мишна, это где-то второй век. Да. Ну, надо будет изучить. Ну окей, это небольшой разнос. 70-й год разрушения второго храма. Перерыв чуть небольшой. Нет, второй храм это плюс 70-й год. Плюс, а Мишна это где-то да? лет 200 до нашей эры. Ну, при истории 200 лет это 20 дней. Ну да. Окей. Михаил, если в детали вдаваться, вот Шмот 19.3. 8, и да. Там, если внимательно прочитать, то все-таки устная Тора была первой. Хотя это звучит, ну, как бы все считают письменно из-за скрижали. Зачитайте, а то у меня сейчас под рукой. И Моше взошел к Богу и возвал к нему Бог горы, сказав, так скажи дому Якова и возгласи сынам Израиля. Вы видели, что я содеял Мицраиму и поднял вас на крыльях орлиных и принес вас ко мне. И ныне, если слушать будете голоса моего и хранить мой завет, то будете мне сокровищем от всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством служителей, святым и святым народом. Вот речи, вот эту фразу, вот речи, которые тебе говорит сынам Израиля. Это как устная Тора. Да. И пришел Моше и созвал старейшин народа, и изложил пред ним эти речи, которые заповедал ему Господь, устно это получается, и ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Господь, исполним. И передал Моше речи народу Господу. И потом уже это было со скрижалями ситуация. Да, все было, то есть, нет, везде говорится, скажи народу. Вот так, не говорится, напиши это, везде написано, скажи. Действительно примат устного. Так, наверное, и читать-то немногие могли. Я вообще поражаюсь, как он рассказывал, они все слышали. Вы как физик можете это объяснить? Или они передавали? Не, смотрите, вы амфитеатрон видали? Ну, театр был в Кесарии. Да, видала. Ну, так амфитеатрон, там человек, который стоит внизу,
сказать. Но это... Повторяет кто-то, вы хотите сказать? Нет, чтобы... это известный трик экскурсоводов. А-а-а. Экскурсовод приводит группу вот в такой амфитеатрон, приводит ее специально вниз. Вот там, где на сцену. Он говорит, я вам сейчас покажу фокус. Поднимитесь наверх, и пока они все там поднимаются наверх, у него есть какое-то время отдохнуть. Они поднимаются наверх от амфитеатрона, а он берет монетку и роняет ее на пол арены. И они на самом верху амфитеатрона слышат, как упала монетка. Понимаете? Вот такая акустика в амфитеатроне. И у них такая была. Нет, то есть, смотрите, значит, 600 тысяч, конечно, это нереально, а 20 тысяч, ну, проблем. И, то есть, сказать, рассадить 20 тысяч человек в амфитеатроне и, то есть, сказать, что-то сказать, проблем особенно нет. Ну да, тем более можно научить глав колен, потом они других, и пошло-поехало. Да нет, так сказать, это будет слышно без репродуктора. Дело даже не в этом. Такое как раз может быть. Это не что-то такое. Можно добавить. Да. Я тут вот недавно прочитал, не в Кузари, думал, что в Кузари. Нет, вот у... Один Аштайнс, а Роза 13 лепестков. То есть такой момент, что на самом деле одна из версий, что народ слышал только две первые дебро, то есть две первые заповеди, потом они просто не могли физически слушать, потому что это было невыносимо, как скажем, что там могут умереть и так далее. Поэтому они попросили Моше, чтобы он выслушал и передал им потом. Поэтому то, что Тань говоришь, сначала дана была устная и так далее. Во-первых, что значит устная? Ну, если тебе так нравится, пожалуйста. А на самом же деле, ты же, наверное, тоже читала, что они видели голос. Как ты это видели объяснишь? Звук, да. Что значит, ну, как ты это объяснишь? Не слышали, а видели. А вот у них было восприятие такого, которого у нас нет. А, понятно, понятно. Начинается... А я не знаю, как объяснить. О. Мы же тогда, помнишь, в чате вот. Обсуждали. Я вот про это и говорю. Это, во-первых. А во-вторых, не все заповеди они слышали, а только две первые. Это одна из версий. Так, ну, я не знаю, раввины говорят тоже, что устная. Это же не я сама придумала. Какие раввины? Ну, рав в Шерке точно так будет говорить? Может быть. Окей. Знаете что? Мне кажется, мы в некоторый луп вступили. У нас так на самом деле каждый раз, в каждой лекции Миши Михаила Голосовского, каждый раз превращается, вот мы заходим сюда и здесь как бы стоим. Я думаю, что надо как бы дать доктору Голосовскому дочитать этот лекс, дать до конца. А потом мы, я думаю... Постараемся сделать с теми раввинами, которые согласятся, которых мы знаем. Рав Изаев Лубинц, рав Зеев Мешком. Постараемся обсудить вместе с ними те вопросы, которые здесь возникли. Потому что иначе мы из них не выходим. Мне так кажется. Ну, мы просто... Ты же не против? Мы сидим, общаемся. Не, беседер, нет проблем, как бы... Окей. Нет, ты имеешь в виду, это будет без Михаила это не будет иметь. Смотри, я пока ничего не думаю, потому что как бы Михаил сказал, что он готов участвовать. Надо найти раввина, это всегда проблема, да, ученый всегда готов, а вот с раввином это проблема. Ну смотри, рав Зеев Рубин согласен, только четверг ему не подходит, у него как раз поездка. Я тебе хочу сказать, у нас вот сейчас прямой эфир идет, окей, беседер, сейчас сочиня. Да. Когда мы говорим, да, запись, что ли? Нужно обсудить. Окей, хорошо. Ну, замечательно, смотри. С Божьей помощью ты вернешься. Рав Зеев Рубинс тоже как бы с Божьей помощью существует и будет существовать. Он в среду может только этот НАТО. Какой именно день, это для меня большой роль не играет. Ну, вот он в четверг там в разъездах. А в среду он может. Мы сейчас не будем.